Волнующая, захватывающая игра. Кто-то когда-то назвал ее жизнью. Проходит время, меняя декорации, содержание пьес, но иногда актеры собираются вместе, гаснет свет, они снимают свои маски и, как в зеркало, устремляют свой взгляд на единственное освещенное место. Завораживающая традиция. Кто-то когда-то назвал ее театром. Дамы и господа, другими словами, уважаемые телезрители, надеемся удостоиться вашего внимания небольшой псевдопостановкой, но не будем долго разглагольствовать. Как сказал наш сегодняшний главный герой, краткость – сестра таланта. Да, 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 ведь Чехов тоже сыграл свою жизнь, да еще как сыграл, оставив нам бесценное наследие. Естественно, браться за непосильное, рассказывать все о личности Антона Павловича мы не будем. Так что «Чехов и Харьков». Пьеса в четырех действиях. Рим похож, в общем-то, на Харьков. Не будем долго думать, расстраиваться ли по этому поводу римлянам или радоваться харьковчанам. Заметим только, что Харьков, в общем-то, похож на Таганрог, родной город писателя. В нем крупная торговля сочеталась с бурной культурной жизнью, а особенно театральной. Оперой увлекались все, включая горничных и извозчиков. У отца Чехова была лавка. Нередко приходилось сидеть в ней часами, иногда в ущерб учебе, но где еще можно было увидеть такое разнообразие людей и ситуаций, так остро почувствовать контраст между стоячим болотом быта и тонким, высоким, духовным? В Харькове был блестящий сезон. Мы их пьес там наиграли на 150 рублей. Антон Павлович не принимал в нашем городе купеческую, торгашескую сторону и архитектурную безликость. Он входил в то число провинциальных городов, которых изображал Чехов в своем этом бытописательстве, в этом болоте жизни. Сначала отношение к Харькову у Антона Павловича Чехова, антипатия, была заглазной. Он сказал: «Не люблю я Харьков, потому что меня ругают харьковские газеты нещадно». И многие его считают таким бытописателем, который во всей сложности жизни копается, разбирается и так далее. Вот для меня Чехов был всегда противоядием как раз от этого бытовизма. До первого посещения Харькова в 1889 году Антон Павлович бывал в нем проездом. Да и позже заезжал сюда по пути в Таганрог или в Крым. Дорога от Сум до Харькова прискучнейшая. От Харькова до Лозовой и от Лозовой до Симферополя можно околеть от тоски. Первый визит Чехова в наш город был связан с желанием купить неподалеку хутор. Как видим, харьковским окрестностям повезло больше, ими писатель искренне восхищался. Несколько раз Антон Павлович вместе с семьей отдыхал летом в усадьбе Лука, принадлежавшей Лентваревым. Природа великолепна, всюду красиво, простора пропасть, люди хорошие, воздух теплый, тоны тоже теплые, мягкие. Очарование разрушила семейная трагедия. Тут скончался от чахотки брат писателя Николай, талантливый художник. Естественно, мечты о покупке земли отошли на второй план. Но впечатления нашли отражение во многих произведениях писателя, среди них и пьеса «Вишневый сад». Существует, правда, и другая версия. Будто прототипом «Вишневого сада» стало имение в поселке Южный, что в 20 минутах езды от Харькова. По местным преданиям, Чехов гостил неподалеку и приезжал смотреть здешнее имение. Но оно оказалось в плохом состоянии. Хозяйка-помещица влезла в долги, но не хотела закладывать его из-за роскошного сада. Быть может, отсюда и другие харьковские следы в Вишневом саде. Старый Фирс напоминает, как в былые годы
сушеную вишню вазами отправляли в Москву и в Харьков. Да и Лопахин несколько раз упоминает о том, что едет в Харьков. Что тут скрывать? В чеховском творчестве Харькову не повезло. Нередко наш город становится пристанищем для умирающих, ожидающих смерти героев. Герой скучной истории. Николай Степанович. «Не нравится мне Харьков, серо уж очень. Какой-то серый город». Катя. «Да, пожалуй, некрасивый». Никакой тебе веры в счастливый исход. Отъезд в Харьков равнозначен приговору. Господа, возникает вопрос, а важно ли это? Главное, харьковские знакомые и впечатления нередко становились источником для творческого вдохновения, толчком для новых произведений писателя. Есть основания полагать, что действие трех из четырех самых известных пьес Чехова происходит где-то в Харьковской губернии. Молодой Антон Чехов, Мария Доленко – актриса, Николай Агалли – студент Харьковского ветеринарного института. Такой любовный треугольник случился в молодости писателя. Девушка предпочла другого, и Чехов пережил этот разрыв молчаливо, никому не исповедуясь, но через некоторое время появилась повесть «Огни». Символика провинциальной жизни, она не зависит от названия города. Важно, что он упоминается для нас лично, да? С каким он уже знаком упоминается. Надо сказать, что даже Санкт-Петербург так часто не упоминается, как Харьков. На меня от скуки нашла блажь. Надоела золотая середина. Я всюду слоняюсь и жалуюсь, что нет оригинальных бешеных женщин. Одним словом, а он мятежной бури ищет. И мне все в один голос говорят, вот Кадмина, батюшка, вам бы понравилось. Овации, цветы, подарки, хвалебные рецензии сопровождали спектакли с участием Кадмины. Но в личной жизни успех не сопутствовал ей. Ее возлюбленный предпочел жениться на богатой вдове. Кадмина послала им обоим билеты на спектакль, где играла главную роль. Прямо на сцене приняла яд и умерла в страшных мучениях через несколько дней. Самоубийство красивой и талантливой актрисы взбудоражило общество и послужило основой для сюжета произведений Тургенева, Куприна, Лескова, Суворина. Подарок последнему Чехов и написал одноименную одноактную драму Татьяна Репина. Чехов, мне кажется, он гениально ощутил душу Евлалии Кадминой, которая как бы пришла из потустороннего мира к своему обидчику. Сначала эту пьесу считали пародией. Но это, конечно же, была не пародия. И Чехов же был, кроме всего, еще и театральным человеком. И он прекрасно знал, что все театральные дороги проходят через Харьков. Артисты, которые выступали в Харькове удачно, они, как правило, проходили на всех других сценических площадках. Недавно я был в Харькове, был там, в книжном магазине Суворина. Справлялся, как идут ваши книги. Мне сказали, хорошо. Мои тоже идут недурно. Харькову я полюбился. Книги мои там на расхват, а пьесы даются даже в посту. Действительно, Чехов Харькову полюбился, особенно театральному. Основные драматургические произведения писателя были поставлены еще при его жизни. Сам Антон Павлович побывал в Харьковском театре в 1896 году на спектакле театра Дюковой «Горе от ума». В роли Чацкого впервые на харьковской сцене выступил Самойлов, в будущем один из ведущих актеров. Главным событием в харьковской театральной жизни 1904 года стал спектакль «Вишневый сад». Пьеса еще не была напечатана, а критическая литература о ней сводилась к беглым заметкам. Право первой постановки принадлежало Московскому художественному театру. Премьера состоялась 17 января и в Харьковском театре тоже, в бенефисе актрисы Ильнарской. Чехов. Ильнарская ездит по всей России с «Вишневым садом» и печатает на афишах. Специальное разрешение на право постановки дано авторам Ильнарской. Никогда я никаких разрешений не давал. Главное, что связывало Антона Павловича Чехова с нашим городом, это
харьковские знакомства. Потому что Антон Павлович говорил: «Я верю в отдельных людей». Чехов – это мастер подтекста. Вот у него человек обращается к шкафу, говорит ему: «Дорогой, многоуважаемый шкаф». И мы понимаем, что он не к шкафу обращается, а он обращается к своему прошлому и к тому, что связано с, в его памяти со шкафом. В каких домах не бывал Чехов, по каким улочкам не ходил, они все равно остаются бездумными и бездушными. Не понимают оказанной чести. Антон Павлович Чехов был дружен со многими харьковчанами. Знаменитый врач-офтальмолог Леонард Гиршман, просветительница Христина Алчевская, талантливый фотограф Алексей Иваницкий, профессор-химик Владимир Тимофеев. В одном из рассказов Инна Гоф, вспомнив цитату «Рим в общем похож на Харьков», писала: «Не выносивший пафоса знал, что от него ждут восторженных восклицаний. Он хотел этой фразой приземлить Рим, но при этом невольно возвысил Харьков. Ведь можно сказать и так: Харьков в общем похож на Рим». Все же не будем лукавить и приписывать себе несуществующее величие. Харьков – это лишь калейдоскоп из маленьких сценок в жизни спектакля великого человека. Но все на свете не случайно. Не будь на первый взгляд незначительных реплик и эпизодов, кто знает, как бы это повлияло на развитие целой пьесы.